На протяжении многих лет вокруг акул создался образ опасных морских хищников. За стеклом их грозный внешний вид в сочетании с острыми зубами может с легкостью навести на человека страх, не говоря уже о встрече в естественной среде. Но давайте все-таки разберемся, какие акулы являются самыми мощными в мире. И все ли они настолько опасны и страшны, какими кажутся на первый взгляд? С вами канал Топ Хайп, и сегодня мы расскажем вам о 10 самых мощных акулах в мире. Акула мако. Акулы мако, также известные как чернорылые или серо-голубые сельдевые акулы, это одни из самых крупных представителей семейства сельдевых. Эти типичные обитатели открытого океана считаются наиболее быстрыми из всех существующих акул. Их скорость может достигать 68 км в час. Они также считаются одними из самых красочных видов акул. Полосы в верхней части их туловища ярко-фиолетового и синего цветов, в средней серебряного, а брюшко у них чистого белого цвета. Необычайную скорость эти акулы могут развивать благодаря особенному строению тела. Очевидно, особенности они приобрели в ходе эволюции, ведь в основном акулы мако охотятся на тунцов, одну из самых быстрых рыб в океане. В длину взрослая акула мако может достигать 4,5 метров, а рекордный зарегистрированный вес достигал 589 килограммов. Часто добычами мако становятся даже мелкие голубые акулы и дельфины. Охотятся акулы мако на глубине около 120 метров, но при этом часто поднимаются и к поверхности воды. Известны случаи, когда эти акулы выпрыгивали из воды, причем прыжок был настолько мощным, что акула поднималась на высоту до 6 метров над поверхностью воды. Тупорылая акула. Тупорылые или бычьи акулы – обитатели теплого мелководья. Известны своей агрессивной природой и невероятной силой. Рекордные зарегистрированные параметры – более 4 метров в длину и примерно 600 килограммов веса. Тупорылые акулы – обладатели самого мощного среди акул укуса. Его мощность составляет более 591 килограмма. Обычно тупорылые акулы замечают на глубине 100 метров. Известно точно, что она способна погружаться на глубину 2000 метров. Как и все глубоководные обитатели, эта акула мигрирует в толщу воды в течение суток. Крупный размер, мощные челюсти, агрессивный характер и тот факт, что тупорылые акулы встречаются в мутной воде на мелководье и в реках, вероятно, делают их одними из самых опасных видов акул для человечества, наряду с тигровой, белой и длиннокрылой акулой, так что будьте аккуратнее. Карибская рифовая акула. Карибские рифовые акулы обитают вдоль побережья американского штата Флорида и Бразилии. Названы рифовыми они не зря. При перемещении эти акулы предпочитают держаться поближе к коралловым рифам. Обычно они обитают на глубине около 30 метров, но встречаются и на более значительных глубинах. По сообщениям ученых, рифовые акулы были замечены на глубине ниже 380 метров от поверхности. В длину карибские рифовые акулы способны вырасти до 3 метров, а их вес достигает 70 кг. Зубы у этого вида расположены в несколько рядов для быстрого захвата и раздирания добычи. По темпераменту эти акулы флегматичны, обычно предпочитают сами избегать контакта с человеком. В большинстве случаев эти акулы попадаются в рыболовные сети и даже пытаются укусить рыбаков в попытке вырваться на волю. Белоперая акула. Белоперые акулы, также известные как сумеречные акулы, обитают в спокойных тропических водах и обожают путешествовать. В летний период во время миграции они могут доплыть аж до полюсов планеты. Причем к зимнему сезону они проделывают обратный путь в экваториальные воды. А расстояние одного такого путешествия превышает 3200 километров. Во время своих путешествий белоперые акулы могут передвигаться как по мелководьям, так и на большой глубине, более 390 метров от поверхности. Сумеречные акулы предпочитают жить поодиночке, но ученым стало известно, что они могут объединяться в группы для охоты на крупную добычу. Иногда жертвами стаи акул становятся детеныши китов. Со взрослой особью акулам явно не справиться, но вот одолеть китенка они вполне способны. Однако популяция белоперых акул сегодня настолько малочисленна, что исследователям трудно сделать конкретные выводы о типичном для этих акул способе групповой охоты. Хотя живет белоперая акула долго, в среднем от 50 до 60 лет, а растет она при этом очень медленно. Зрелости особь достигает примерно в возрасте 20 лет. Максимальные параметры белоперой акулы, известные ученым, длина 3 метра и вес более 160 килограммов. У этих акул достаточно большая пасть, полная острых зубов, идеальный инструмент для охоты на типичную добычу белоперых, мелких акул, тунца, угрей, крабов и сардин. Теоретически специалисты признают сумеречных акул опасными для человека, однако случаи нападения единичны. Так что если при подводном заплыве вы столкнулись со светло-серой акулой без полос на боках, лучше вернуться назад в лодку.
Галапагосская серая акула. Галапагосские акулы – изящные светло-серые создания, которые предпочитают прозрачные тропические воды, окружающие океанические острова. Там они зачастую являются наиболее массовым видом акул. Галапагосские серые акулы имеют крупные размеры. В длину они могут достигать 3,7 метров и весить при этом около 200 килограммов. На первый взгляд их трудно отличить от сумеречных или рифовых акул. Они охотятся группами. Их добычей становятся в основном донные рыбы, морские окуни, угри, а также осьминоги и кальмары. В отличие от нескольких предыдущих описанных нами видов, галапагосские акулы довольно агрессивны, причем перед нападением они часто выгибают спину и меняют движения на более резкие, исполняя своеобразный боевой танец. Если галапагосская акула понимает, что с угрозой ей не справиться в одиночку, она может даже отступить, но только чтобы позвать на помощь своих сородичей. Из-за своей агрессивной натуры и крупных острых зубов галапагосских серых считают опасными для людей, но только в определенных случаях. Опытные дайверы регулярно погружаются в местах их обитания без специальной защиты. При этом официально зарегистрировано всего 3 случая нападения галапагосской акулы на человека. Тигровая акула. Тигровая акула – один из наиболее распространенных видов акул на Земле. Они широко распространены в тропическом и субтропическом поясе Мирового океана, где обитают как в открытых водах, так и вблизи побережья. Особенно распространены они у островов в центральной части Тихого океана. Согласно книге рекордов Гиннесса, одна беременная самка, пойманная в австралийских водах, имела длину 5,5 метров и массу 1524 килограмма. Имеются неподтвержденные сведения, что акулы этого вида могут достигать и гораздо больших размеров, вплоть до 9 метров. Длиннокрылая акула. Длиннокрылые акулы обитают преимущественно в тропических и субтропических океанских водах, встречаются на глубине до 230 метров. Жак Кусто описывал этих акул как представителей одного из самых опасных видов. Живут длиннокрылые акулы поодиночке, в длину достигают 4 метров, а весить при этом могут более 160 килограммов. Этот вид может похвастаться очень сильными и мощными челюстями, а также повышенной агрессивностью. Они никогда не отступят, пока не закончат начатое. К счастью, к побережью такие акулы подплывают редко. Они предпочитают открытые воды. Их добычей обычно становятся барракуды, черепахи, тунцы и марлины. Но не брезгуют эти акулы и нападениями на беззащитных людей. Однако случается это довольно редко. Но встреч с этими акулами советуют избегать всем. И в последние годы делать это все легче, ведь популяция вида сократилась почти на 70% из-за массовой рыбной ловли в регионах его обитания. Желтая акула. Желтые или лимонные акулы – один из самых хорошо изученных видов. А все потому, что этот вид лучше других приживается в неволе и предоставляет ученым возможность наблюдать за их поведением. В естественной среде они достигают до 340 см в длину при весе более 180 кг. В основном эти акулы ведут ночной образ жизни. Лимонные акулы часто охотятся не только на рыб, но и на моллюсков и птиц. Охота в основном происходит на мелководье, на глубине не более 80 метров, хотя и на больших глубинах они с удовольствием питаются тунцами и кальмарами. Лимонных акул легко отличить благодаря их ярко-желтому цвету кожи. Опытные дайверы считают их безопасными и часто плавают совсем рядом. Но в случае, если акула сочтет вас угрозой, она может стремительно атаковать. Синяя акула. Синие акулы, также известные как голубые или атлантические сельдевые, легко отличимы от других видов благодаря своему ярко-голубому окрасу и торпедообразной форме тела. Синие акулы широко распространены во всем мире и обитают как в океане, так и у побережья. На сегодняшний день этот вид, к сожалению, находится под угрозой исчезновения. Ежегодно от рук человека погибает от 10 до 20 миллионов акул этого вида. На рынке высоко ценятся их плавники, кожа и мясо. Вырастают синие акулы довольно крупными. Взрослая особь может достигать в длину 4 метра и весить более 390 килограммов. Обитает этот вид на глубине около 400 метров от поверхности, где охотится на кальмаров, лобстеров и мелких акул. Иногда синие акулы могут подниматься к поверхности, где вполне могут напасть на чаек. Эта акула потенциально опасна и для человека, особенно в периоды голода. Официально большого количества нападений на людей не было зарегистрировано. Большая белая акула. Большую белую акулу также называют акулой-людоедом, так что о ее отношениях с человеком, думаем, все и так понятно. Представители этого вида встречаются в поверхностных, прибрежных и открытых водах всех океанов Земли. Во время наблюдений учеными были зарегистрированы особи длиной выше 6 метров и имевшие массу не менее 1900 килограммов. Рацион взрослых особей в основном состоит из мелких морских млекопитающих, но они охотятся также на разнообразных рыб, морских птиц и других животных. Считается, что это
самый опасный для человека вид акул. Именно белой акуле приписывают большинство нападений. Интересно, что все попытки держать в неволе большую белую акулу оканчивались неудачами, а иногда и трагедиями. Последняя попытка удержать крупную рыбу в неволе была на японском острове Окинава. Акула смогла прожить в неволе всего 3 дня. Несмотря на множественные попытки провести эксперимент заново, меняя условия обитания, ученым не удалось сохранить рыбу. Проблема заключается в том, что данный вид рыбы просто не приспособлен для выживания в аквариуме, даже под тщательным присмотром и всем необходимым для поддержания среды обитания. Ученые считают, что дело в том, что эти хищники на инстинктивном уровне предпочитают самостоятельно добывать себе пищу, а не получать ее без усилий. К тому же, чтобы белой акуле хватало кислорода, она должна все время находиться в движении. Ну а в комменты напишите, если бы вы могли стать акулой, какой акулой вы хотели бы стать? А также, если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо вам за просмотр.